Этому тополю уже 30 лет. Старое 10-метровое дерево, растущее на территории школы, стало угрозой безопасности учеников, родителей и учителей. Из-за слабой корневой системы, даже при незначительном ветре, дерево могло упасть. Администрация школы предупредила возможные беды. Своими силами нам удалось спилить 3 огромных тополя. Они высотой где-то около 9-10 метров. Составили мы смету на 148 252 рубля. Специалисты ИП Холодарева и ИП Киснера провели обрезку веток и спилили старое дерево. Для работ привлекли спецтехнику. А в ближайшее время, конечно, мы организуем субботник силами родителей, педколлектива школы, коллектива школы. Мы все это уберем, конечно, и у нас будет очень красивая, ухоженная территория. На месте спиленных деревьев скоро будет красоваться поросль молодых деревьев хвойных пород. По традиции, каждый год выпускники школы номер 21 высаживают молодые деревья на территории школы на память.